Студия «Настоящая музыка вне времени и пространства» представляет. Перевод, редактирование текста, комментарии и озвучка текста. Автор канала «Настоящая музыка вне времени и пространства». Беспалов Евгений Васильевич. Rock'n'roll music. Музыка рок-н-ролл. It was the same... Это была единственная вещь, которая могла спуститься с небес и общаться с вами. Give you... И дать вам ощущение мира снаружи. Outside. Это даже не узнать как-то, что люди называли. Этот рок-н-ролл, который не выживет. Тайна и азарство — две самые важные составляющие рок-н-ролла. Это великая музыка, которую мы открыли. Это великая музыка, которая все еще растет. Что теперь ты можешь писать песни о том, что на самом деле происходит глубоко внутри тебя. И что происходит вокруг тебя в мире. Также может звучать необычно. Нет причин, по которым это не должно звучать так же хорошо. Как Моцарт, или Бетховен, или великий концерт Эллингтона. Люди позволяют группам менять их образ жизни. Есть люди, которые слушают музыку ритуально. Боже, мне нужно послушать Металлика, когда я проснусь. Это мой кофе. Или что-то вроде того. Есть люди, которые просто включают радио. И просто, пока они идут на работу. Рок-н-ролл — это весело. Он полон энергии. Он полон мозга. И блюз, и ритм-блюз, и рок-н-ролл. Было из паха, из живота. Между желанием зарабатывать деньги и желанием встречаться с женщинами. Вот почему мы вообще увлеклись рок-н-роллом. Мы любили музыку. Мы хотели выразить себя. Но любой, кто говорит, что он залез в скалу не для того, чтобы трахаться, лжет. В 90-х у нас было время посмотреть и проверить. И анализировать все и быть под влиянием всего. В эту минуту не так много первопроходцев. Пионерские работы пошли раньше. Там нет ничего, кроме ритм-блюза. Эти R&B означают Real Black. Рок-н-ролл есть рок-н-ролл. И вы не сможете победить рок-н-ролл. Если да, я хочу это услышать. Несовершеннолетние правонарушители играли рок-н-ролл в 50-х. И носили кожаные куртки. В 60-х в нее играли хиппи. В 70-х были малолетние правонарушители. Но это было старое слово, поэтому они использовали панк. Потом почистили новой волной и надели галстук. Но это все о музыке и песнях. И какие песни популярны у людей в то время. Вы катаетесь с ним. Вы качаетесь с этим. Вы перемещаете его. Ты чувствуешь это. И ты веришь в это. Рок-н-ролл — это обязательство. Рок-музыка — это скоростная народная музыка. Это наша жизнь и время, но с яростью и некоторой страстью. I am the one.
Рок-н-ролл — это такая сильная среда, что это почти слишком хорошо. Оно вынуждено поддерживать себя в любом виде, форме и форме. Он делает это благодаря своей нестареемости. Его способность быть такой эйфорической, что он может побить камнями, поймать и заманить в свою паутину кого угодно. Сказать по правде, вот что, по моему мнению, движет величайшей музыкой. Простота и правда. Это угроза, правда. Я думаю, что это действительно ключ к этому. Большинство детей ненавидят художников своих родителей. Художники их старших сестер и братьев. Они хотят уйти от этого больше всего на свете. Он должен потрясти тебя из вашего заведения и сказать: «Гэй, я правда этого не понимаю». Точно. В этом-то и дело. Вы не должны. Это следующее поколение берет верх. И я помню те же самые слова, которые они говорят. Что я слышу, как многие мои современники говорят, например: «Это не музыка. Здесь нет мелодии. И нет слов». Рок-н-ролл зародился на углу улицы, как и хип-хоп. Несколько чернокожих собираются вместе. Это дьявольская музыка. Примерно раз в 10 лет. Все сводится к наименьшему общему знаменателю. А потом он возвращается к тому же старому дерьму. Но единственное, что выживает, это рок-н-ролл. Вы говорите о музыке, который был выведен из Африки в черную церковь и к госпелу, перешедшему в блюз, а также джаз и кантри. И оно перекрестно опыляется, и так оно и должно быть. Вот как это началось. Только теперь, позже, я оглядываюсь назад и говорю: я не начал слушать музыку в 1956 году. Я слушал ее в 1946 году. Даже я не знаю об этом. Я слушал материал моей мамы. Чтобы она не хотела услышать, я должен был услышать. Так что я вырос на очень хорошем джазе. Много хороших вокалистов и хороших гитаристов. А если ты окажешься музыкантом, все, что ты когда-либо слышал, выходит в том, что вы играете. Вам нужно всего лишь несколько гениев и великих музыкантов тут и там. Этого достаточно, чтобы играть. Настоящая красота и искусство в музыке — это слушать ее. В некотором смысле, Мадди Уотерс был в центре внимания. Пожалуй, из всех хороших вещей в ту эпоху чикагского блюза. У него был отличный голос. Он был интересным гитаристом. Раньше он играл на губной гармошке. У него была замечательная группа. Он оказал на меня большое влияние. Я знал его еще до того, как появились The Rolling Stones. Он много для меня значил. И его музыка по-прежнему актуальна, наверное, больше, чем у кого-либо другого. Я не знаю почему. Это было первое, что мне действительно попалось. И до сих пор это самая важная музыка в моей жизни. Музыка Мадди Уотерса. Got
Все, что я слышал в своей жизни, уходит корнями в блюз. Кроме Иоганна Себастьяна Баха. Я большой поклонник блюза. Я больше поклонник блюза, чем поклонник джаза. Многие люди могут сказать, вы, должно быть, увлекаетесь джазом. Нет, это кто-то вроде Генга Стара. Или Tribe Called Quest, вышедший на джазовое поле. Но я, это почти как если бы я вырос в Мемфисе. Я вырос на южной стороне Чикаго. И блюз, естественно, был огромной частью моей жизни. И блюз, и джаз были. Если бы не чернокожие американцы, мы будем исполнять минуэт и танцевать на цыпочках. У меня яркие воспоминания о дяде. Брат моей матери и брат моей бабушки, мой двоюродный дедушка. Напевая и пая в полях. Сбор хлопка, попытка достать 100 фунтов. До того, как вы пошли на весы для взвешивания. Они просто сочиняли песни типа «Я так устал», «Я буду так рад, когда солнце сядет», «А когда я приду домой, я просто хочу сложить голову и спать до завтра». Джон Уэсбрук был пожилым чернокожим, которые жили через поле от меня. Он работал на хлопковых полях, что, между прочим, является самой тяжелой работой в мире. Однажды на хлопковом поле он сказал: «Дитя, я хочу, чтобы ты взял свои мизинцы и сделал это». Я сказал: «Дядя Джон, сделай это еще раз». Я ненавидел собирать хлопок и рубить. Солнце было таким горячим. Я боялся тех времен. Это единственное, что заставило меня изменить свою жизнь. Я знал, что не могу этого сделать. Это было то, что в детстве. Я познал начало и неприязни, и ненависти, и не могу. И не хочу делать, и не буду делать. Кантри-музыка — это госпел. Музыка кантри — это душа страны. Вернемся к слову «душа». Это душа музыки кантри. Когда вы слушаете кантри-музыку, вы слушаете истории. Вы слушаете настоящую боль. Настоящую боль. Я хотел быть первым черным ковбоем, который поет. Я никогда не думал о пении. Никогда не думал, что умею петь, пока не услышал. Снова в седле. Мир в долине и все эти песни. Вот почему сегодня мне нравится кантри-музыка. Это мое влияние. Это начало певческой карьеры Хэнка Балларда. Джин Отри, дамы и господа. Я люблю этого мужчину. Я дорожу этим фото. Я беру это везде, куда бы я ни пошел, Джин. И Кит, и я очень любим музыку кантри. Это такая же музыкальная форма, как блюз. Раньше мне нравился Джордж Джонс. Джонни Кэш, Хэнк Сноу, Хэнк Уильямс. Меня очень заинтересовал Хэнк Уильямс. Потому что я видел его, когда я был очень молод, в Опри. Вообще-то, в Friday Night Frolics я впервые увидел его. И я просто подумал, как он подошел к своему пению. А ритмы и прочее, что он делал, поразили меня. Он не был похож ни на что другое, что происходило в то время. Помню, когда мне было 18, у меня была одна пластинка Хэнка Уильямса. А мне понравилось, но не особо зацепило. Пока мне не исполнилось 26 или 27 лет. А потом я вникал во все, что он делал. Деревенские парни воспитали таких парней, как Бадди Холли. Бадди Холли был немного более сладкая музыка. Это была кантри-баллада с рок-н-ролльной основой. Baby, you tell me maybe that someday will.
Бадди Холли оказывал на людей фантастическое влияние. Потому что у него была отличная техника игры на гитаре. И песни были хорошие. Я помню, как учился играть на рейфон с фортепианной нотой в середине. И если вы могли сыграть это, вы чувствовали, что это было здорово. Это доступно. Если вы можете это сыграть, значит, вы с ним в гармонии. Когда вы говорите о Евангелии, Евангелие — это истина. А кантри и вестерн всегда были правдой. Но только потому, что акцент или акцент немного другой. Горожане смеялись над этим. Это как лихорадка. Вы подхватываете лихорадку, и это похоже на евангельский опыт. Когда вы идете в церковь с черными людьми, они нагнетают это ощущение хора. Люди в аудитории правы с этим. Это просто Евангелие. Понимаете, что я имею в виду? Вы отпускаете. Пианино говорила. Барабаны шли. Все ушли. Люди кричат повсюду. И если ты не понял, что это было, ты думал, что ты на рок-н-ролльном концерте. Вот таким было Black Евангелие, когда я был мальчиком. Мы назвали церковь освященной церковью. А потом у них был этот крик. И мне это понравилось. Они просто кричали. Я сказал: «О, мой Господь!» Это заставило мой большой палец ноги стрелять в моем сапоге. Так что музыка вне церкви всегда оказывала на меня влияние. И даже сейчас. Я все еще говорю, что есть такая тонкая грань между Евангелием и R&B. Многие песни вышли из церкви и попали в ночные клубы. Как мама, он плохо обращается с вашей дочерью. Когда вы слышите, как поет Рут Браун, вы понимаете, что в ней есть что-то от госпела. Так что это включает в себя, вы знаете, автоматически. И вы можете услышать это. Вы можете почувствовать это. Именно это сделало образ ритма и блюза таким популярным. Потому что люди, у которых было это духовное чувство и опыт, знал, что есть что-то, что притягивает тебя к этой музыке. Это только что заставило вас хотеть танцевать, заставило вас хотеть двигаться. Знаешь, РБ был огромным пожаром. Но потом вы начинаете смешивать в деревне. Лучшая в стране, действительно качающаяся страна. И Евангелие. Не могу забыть Евангелие. И в некоторой степени джаз, я думаю. Лайонел Хэмптон и Луи Джордан были, вероятно, первыми рок-н-ролльными группами, которые действительно осознавали то, что мы называем большим битом. И это было иронично, потому что это были обе группы, корни которых уходят в джаз. А Луи Джордан был монстром. Все во время Второй мировой войны. Когда он делал колдыни Айбивэя и Солк Свинина, Западная Вирджиния, Чучуча Буги. Он перетасовывал буги-вуги и все остальное. С бэкбитом и всем остальным, что было элементами рок-н-ролла.
Я думаю, что он действительно был одним из первых исполнителей кроссовера. У Луи Джордана было большое количество белых поклонников. Луи Джордан был не только первым рок-н-ролльщиком. Он был первым рэпером. Вы должны откопать некоторые из тех старых пластинок Луи Джордана. В середине 40-х и начале 50-х было 4 крупных звукозаписывающих компании. RCA Victor, Columbia Records, Capitol Records и Decca Records. Все они очень жестко контролировали то, что вы слышали. И в этом была мягкость. Была жажда разной нишевой музыки. В основном то, что они называют гоночной музыкой, ритм-блюз. Его контролировала горстка, и вдруг они построили эту взаимосвязанную сеть независимых дистрибьюторов. Мы могли бы делать записи в нашем гараже. Выгрузите их из багажника и за одну ночь станьте мультимиллионерами. Это был веселый период. Он был полон изобретательных предпринимателей, которые стали очень богатыми. Теперь у вас были большие корпоративные типы в RCA и Columbia и так далее, которые, по словам Хойла, играли в игру. Эти парни не собирались так играть, потому что на кону были их деньги. Их выживание зависело от того, чтобы их пластинки играли и продавались. Поэтому они начали подкупать диск-джокеев. Они начали заключать сделки с музыкальными магазинами. Вы покупаете один, вы получаете один бесплатно. Они просто выкинули к черту крупные лейблы. Такие люди, как Chess Brothers, основали Chess Records. Лью Чадж основал Imperial Records. Натан основал King Records. А Ахмед Эртиган и Джерри Векслер основали Atlantic Records. В настоящее время у людей есть школы, в которые они могут ходить и изучать всю эту музыку. Но в те времена у нас были рекорды. Во всем мире люди собирали эти записи. Люди, с которыми мы работали на Atlantic Records. Например, были из Турции. Они пришли сюда уже со знанием того, что здесь происходит. Потому что они смогли получить эти записи. В те дни эти записи были на вес золота. Atlantic был лейблом, которым управляли любители джаза и коллекционеры пластинок. Двое руководителей компании, Ахмед и Несухи Эртигун, были сыновьями посла Турции в США. Они назвали свой лейбл «Атлантическим» в честь океана, который они пересекли, чтобы добраться до Америки. В 50-х они записывали с некоторыми из самых одаренных чернокожих художников страны. Я чувствовал, что знаю, что такое черная жизнь в Америке. И я знал, что такое черная музыка в Америке. И я знал, что такое Black Corny и что такое Black Gospel. И черный блюз из Дельты, который дошел до Чикаго. И техасский блюз, который распространился на западное побережье. Я знал, что они себя представляли, и я знал об этом все. И мне все это нравилось. Так что, любя Америку, я думал, что люблю нечто большее, чем средний американец знала. Мы в Atlantic Records сделали такой упор на Бельканто, на большие способности, на Джо Тернера, который мог бы быть оперным певцом, своим красивым, громким, раскатистым голосом. Большой Джо Тернер был человеком, который мог бы перейти многие границы. Он был великим блюзменом, ритм-энд-блюзменом. Человек рок-н-ролла и репутация в области джаза. С песней Джо Тернера, такой как «Шейк», «Rattle and Roll», и потрясающая песня Луи Джордана. Прежде чем вы это узнаете, вы соединяете качание и катание вместе. И рок-н-ролл был не очень тонкий способ говорить о
Хорошо проводить время, танцевать, а иногда это означало и секс. Спасибо большому Джо Тернеру. Atlantic присутствовал при создании рок-н-ролла. Но главным гением лейбла был слепой певец и пианист Рэй Чарльз, кто смешал джаз, госпел и блюз в урбанистический, но приземленный новый стиль черной популярной музыки. Игра Рэя Чарльза просто великолепна, и он так хорош. Так что я не могу повесить его на то, что он просто сказал, что это церковь или... Рэй делает все это. Рэй Чарльз, без сомнения, как говорится, гений. Для меня он тем более. Мы с Рэем стали хорошими друзьями. Мы думали, что это что-то с Марса. Нам было по 14 лет. А мы еще дома жили. У Рэя была собственная квартира. У него было 3 костюма. И у него были эти старшие подруги. Он был невероятным. У него были бы проигрыватели, электрические проигрыватели. И Рэй разбирал их, стеклянные трубки в проигрывателях. И он знал, как все разобрать и починить, и все остальное. Я встретил его в Остине, штат Техас. А я должен был быть просто путешествующим вокалистом и работать со своей группой. Я никогда не забуду тот первый день, когда я пришел на репетицию. И я поднял песок. Я сказал своему дорожному управляющему, как он собирается играть для меня. Он слепой. Потому что у меня были все эти графики. И я помню, он сказал мне, не беспокойся об этом. И в первую ночь, когда мы были вместе, Остин, Техас, он играл все, что я сделал, как будто он был на записи. Примерно в 17 лет он уехал в Калифорнию. И когда он вернулся, он был таким другим. Это было похоже на другого человека. Он пел другую музыку. И тогда он пел евангельскую вещь. Как будто он нашел этот свет. Я всегда хотел, чтобы The Band записали так же хорошо, как Рэй Чарльз. Насколько я мог судить, он всегда делал лучшие записи. В то же время у него была лучшая группа в городе. Все, что связано с Рэем Чарльзом, было в порядке вещей. Я помню, как впервые услышал пение Рэя Чарльза. Он пел. И моя мама сказала, вот это позор. Этот человек взял эту евангельскую песню и превратил его в блюз, потому что оригинальная лирика была. А потом, когда она узнала, что он слепой, она действительно разозлилась. Боже мой, это было святотатством. В Чикаго развился еще один стиль черной музыки.
в поисках работы блюзмены 1940-х. Путешествовал на север, в шумных ночных клубах и музыкальных заведениях южной части Чикаго. Гармонисты и гитаристы подключились и произвел новый электризующий бренд блюза. Папа отвезет меня на Максвелл-стрит, что-то вроде Портобелло-роуд в Лондоне или что-то в этом роде. Но это были бы уличные музыканты и просто замечательные звуки. Все. Жизнь в Чикаго была довольно богатой средой. Чикаго тоже место, что вы научитесь играть много разной музыки. Потому что у вас есть джаз-клубы, блюз-клубы. Там очень популярны разные жанры музыки. И я получил работу в Chess Records. Я был студийным музыкантом, студийным барабанщиком. Работа в шахматах была очень интересным периодом в моей жизни. Может произойти все, что угодно. Я помню Боу Дидли, потому что постоянно сталкивался с ним в студии. Леонард Чесс любил блюз. Каждый раз, когда у них был сеанс, они звонили Боу Дидли. И Боу Дидли был похож на человека Эйер, потому что он жил в Чикаго. Леонард Чесс не смог пройти сессию Эйер. Они занимались технической стороной. Но на самом деле Боу Дидли заложил этот образец. Боу – один из моих любимых гитаристов. Он играет только один аккорд, но я могу слушать его целыми днями. Это так здорово! Боу Дидли от Боу Дидли. Я помню, как слушал его в одном из тех наушников. Мой друг в старшей школе сказал: «Ты слышал Боу?» Я говорю: «Нет». И это изменило меня. Бит, ритмы и прочее преследовали меня. Так что я настроил свою гитару на соли все из-за этого. Литл Ричард, Джерри Льюис, Боу Дидли, Фэтс Домино. Это как воздух, которым мы дышим, понимаете? Насколько я понимаю, это наша классическая музыка. Фэтс Домино меня, конечно, вдохновил. Потому что он может так хорошо звучать три аккорда. Вместо типа, знаете, он сделал это красиво, живописно, чтобы подчеркнуть красоту всего трех аккордов. Почти как блюзовый певец. Но в то же время певица РБ. Боже, когда я услышал, как тот парень делает это. Толстяк и все его трели, которые он делал, он был просто великолепен. Все гитаристы находились под влиянием Чака Берри. Чак Берри – один из основателей того, что вышло из ритма и блюза и стало известно как рок-н-ролл. Насколько велико влияние? Не знаю, но в первый раз, когда я пошел петь песню Чака Берри, я никогда не пробовал петь. Я понял, что знаю все слова. И я мог играть в нее, даже не пытаясь играть в нее раньше. Я понял это, когда впервые услышал Мэйбелин. Я сказал: смотрите, вот черный человек, который любит музыку кантри. Maybelline, why can't you be true? Oh, Maybelline,
Без сомнения, величайшим поэтом рок-н-ролла был бы Чак Берри. Я всегда считал Чака Берри поэтом лауреатом Америки. Он, наверное, был лучшим лириком, которого я когда-либо встречал. И на сцене он тоже был великолепен. Чак Берри был актером, которому не хотелось подражать. Когда он вышел и начал ходить с этой расстроенной гитарой, что в большинстве случаев так и было, но никого это не волновало. Толпа производила больше шума, чем его гитара. Вернемся к тому, кто был королем рок-н-ролла. Знаешь, ты часто слышал Литл Ричарда прийти по телевидению и сказать: «Я был королем рок-н-ролла». Я согласен. Я также хотел бы добавить сюда Чака Берри. Но Литл Ричард был звезда той эпохи с рок-н-роллом. Литл Ричард был, безусловно, самым ярким из исполнителей. Мы просто думали, что это так против правил. Что Литл Ричард будет прыгать на пианино и танцевать в его плаще с этими замечательными карандашными усами и быть таким там, и мы все сошли с ума. Я танцевал тогда. Мы вылезали на балкон и прыгали. Балкон будет трястись. И вы бы подумали, этот балкон сейчас рухнет. Но это рок-н-ролл, и мы играем в азартные игры. Литл Ричард был черным рок-н-роллом. Я имею в виду, мы понимаем, что Литл Ричард был тутти-фрутти. Господи, господи, мисс Молли. Он был всем тем, чем все остальные хотели быть. Он был нашим Элвисом Пресли. Я думаю о Литл Ричарде. Мыть посуду на автовокзале в Мейконе, Джорджия. И он знает, что у него это получится. Он выбрался из кухни и попал в учебники истории. Отлично. Его записи великолепны. Они по-прежнему звучат великолепно. Они всегда будут. Черные люди, они вытащили из своего сообщества. Это мощная, эмоциональная, величественная вещь. Называется Black Gospel, и джаз, и блюз. Все эти элементы вместе взятые сыграли свою роль в формировании ритм-блюза. А потом, когда к ней притянулись белые, он стал известен как рок-н-ролл. Рок-н-ролл — это неправильное название. Нет такой музыки, как рок-н-ролл. Рок-н-ролл был чем-то, что просто по необходимости получил название рок-н-ролл. Был человек по имени Алан Фрид, кто начал играть ритм-энд-блюз после того, как станция классической музыки прекратила вещание в Кливленде, штат Огайо. Всем привет! Как дела? Искренне ваш Алан Фрид приветствует вас на радио The Big Beat. Каждую ночь в 10 часов ровно. Он назвал шоу The Moondog Show. Он приехал в Нью-Йорк, и там был старый нищий попрошайка в этом городе по имени Лунный Пес. Так что Алан Фрид больше не мог называть свое шоу Лунной выставкой собак, потому что старый попрошайка подал на него в суд из-за имени. Так что тороплюсь придумать имя. Суть в том, что он решил назвать это The Rock and Roll Show. Я думаю, что Алан Фрид играет важную роль в истории рок-н-ролла. И я думаю, что немного понимаю, почему другая фракция, которая не хочет этого признавать, хочет отбросить его. Трудно позволить диск-джокею уйти с этой мантией важности. Он ничего не писал, не пел и не аранжировал. Он вышел в эфир и поставил несколько пластинок. Когда ты в Нью-Йорке ночью зимой, есть мистика, есть романтика. В воздухе витает опасность. И это то, что спроецировал Алан Фрид. Алан утверждает, что начал заниматься рок-н-роллом. Алан не начинал рок-н-ролл, но он был диск-джокеем. Он придумал фразу.
Это было очень странно, потому что мы слушали ритм и блюз. И мы знали первых исполнителей, Фэтса Домино и Литла Ричарда. Порвал бы его. А потом белый художник делал обложку, и это было. Мы тогда не знали друг друга. Но было очень обидно узнать реальную запись, а затем услышать. Я имею в виду, Бог любит Пэта Буна. У каждого может быть хитовая пластинка, благослови их Бог. Но это было действительно странно, что это продолжалось. Был в то время сплошная стена. Непроницаемая стена между попой и R&B. Были станции R&B, были артисты R&B. Была музыка R&B, но ее не собирались играть. В оригинальном виде на эстрадных станциях. Он был слишком рваным и слишком. В некоторых случаях это было немного наводящим на размышления или более. Иногда даже явно. Итак, Пэт Бун. Здесь был белый парень, который забрал мою музыку. И сделал мой хит, и это был мой шанс стать большой звездой. И он сокращает меня и собирается превзойти меня в продажах. Что он и сделал с моей песней, которую я написал. Вы меня понимаете? Но когда он это поет, он действительно сделал это больше и сделал меня больше. Но в то время я так не считал. Рок-н-ролл. Это величайшая музыка, которая когда-либо была и когда-либо будет. Взято ли оно из евангельских корней? Или это было взято из ритм-блюзовых корней? Или черные корни, красные корни, синие корни или любые другие корни? Рок-н-ролл есть рок-н-ролл. Билл Хейли начинал как Билл Хейли и Шорники. Кантри-группа из Честера, штат Пенсильвания. Он был одним из создателей рокобили. И это восходит к 54-53 годам на Essex Records. Все эти замечательные предшественники рок-н-ролла. Детям понравилось. Билл Хейли был деревенщиной до мозга костей. Он был настоящим деревенским парнем. У кого был саксофон. И у него был отличный послужной список. У него их было много, но Rock Around the Clock был образцом для подражания, будем откровенны. Я думаю, что одной из привлекательных сторон Билла Хейли было то, что он был. Помимо отличной музыки и нового стиля энергии, было то, что он, казалось, был одним из нас. Он казался нормальным парнем.
Даже несмотря на то, что у него был этот забавный локон и все такое. И он был немного полноват, может быть. Я особенно помню, как смотрел Blackboard Джангл. И спускаться по лестнице в кинотеатре в Манчестере, где я жил. И видеть, как все мальчики Тедди рвут место в кинотеатре. И видеть, как люди поворачивают на них пожарные шланги. Это было довольно дико. Я думаю, что он был более популярен в Англии, чем здесь. Он был богом в Англии. Я не видел такой энергии до тех пор, пока не появился первый хит Beatles. В Билли Хейли было что-то такое. Очень близко к нашему сердцу и все же очень недостижимо. У меня в кошельке. Вот мой билет на шоу Билла Хейли в 1958 году. В Palace Theatre в Манчестере, который изменил мою жизнь. Итак, когда на сцену вышел Элвис Пресли, единственное, что я могу сказать, это то, что он сделал это правильно. Он сделал это хорошо, вы знаете. И снова, что касается Элвиса, не было никакой цветовой линии, потому что всем нравилась его музыка. И Элвис Пресли был тем, что они искали. Чтобы эта музыка не обязательно принималась, потому что она уже была. Но разрешено для белых детей слушать открыто. Люди поражены Элвисом, его влиянием. Я не. И, дорогая, это произошло не только из-за его музыки. Это исходило из того, что он мог сказать. Только в маленьких инсинуациях его голоса. Он мог делать вещи, которые не должны были быть плотскими. Это должно было быть духовное общение. Я слушал это, откуда он исходил, когда пел это. И откуда взялась группа? И то, как они играли и качались. И то, как Пресли вел себя. Весь этот белый бедняга тупела, парень из Миссисипи. И все радио, которое он слышал. Артур Крудап, The Ink Spots, все это в его голосе. Элвис был таким важным. Я помню. Написание аранжировок для Томми Дорси на эстраде субботнего вечера, который заменил Джеки Глисона. И одна ночь. Этот малыш приехал из Мемфиса и пел в шоу. Группа была в бешенстве, знаете ли. И они не могли играть друг с другом или вообще вникать в это. А у Томми и Джимми Дорси была группа. Я помню, как Сэм Филлипс сказал, мы пошлем за группой из Мемфиса. Они вернулись, и Элвис играл в этом шоу. И Томми был расстроен. Он сказал, чувак, этого чувака завтра не будет. А через два дня получили 8000 писем. И все было кончено. 3 или 4 недели спустя он играл на шоу Салливана. И Элвис был на том шоу, в эстраде субботнего вечера. Пока он не закрылся, вы знаете. Видите, в белом обществе шевеление задницей, тряска ногой. Все, что считалось непристойным для белых людей. Вот этот белый мальчик. Там наверху трется. Перекатывал живот и тряс пресловутой ногой. Я даже не видел, чтобы черные чуваки так делали. У Элвиса были некоторые движения, которых я никогда не видел. Однажды я пошел на концерт кантри-музыки. В средней школе Батон Руж, и там был парень в этом розовом костюме. С гитаристом и басистом. И это был Элвис, поющий голубую луну Кентукки. Я помню, как мы с другом зашли за зрительный зал. После шоу и стоя рядом с этим парнем, идет. Вау, этот парень действительно крут. Элвис, он был рок-н-роллом. Это рок-н-ролл, понимаете? Рок-н-ролл, на самом деле, я могу договориться с 6 или 7 людьми. Но он был выше всего этого. Он был рок-н-ролльным. Rock and roll music, if you wanna dance with me.
no kick against modern jazz, unless they try to play it too darn fast and change the beauty of the melody until it sounds just like a symphony. That's why I go for that rock and roll music. Any old way you choose it, it's got a backbeat, you can't lose it. Any old time you use it, it's gotta be rock and roll music. If you wanna dance with me, if you wanna dance with me, don't care to hear them play a tango. I'm in the mood to dig a mambo. It's way too early for a congo. So keep a rockin' that piano.